Сделать ремонт в районной поликлинике, установить в больнице новое оборудование, привести в порядок котельные. Ближайшие планы членов первичных организаций «Единой России». Чтобы рассказать о проблемах на местах, активисты собрались на расширенное заседание. Сегодня, чтобы медицинская помощь стала более качественной, важно оптимизировать систему здравоохранения. Услуги врачей должны быть доступны каждому, даже в самой отдаленной глубинке. Задача Министерства здравоохранения – ничто не закрыть, а сделать медицинскую помощь, с одной стороны, доступной, качественной, но, с другой стороны, все-таки те, кто около медицины, так называемый прочий персонал, финансисты, экономисты, их все-таки должно быть намного меньше. Встреча, посвященная вопросам здравоохранения, уже третья в этом году. Сегодня в регионе около 2000 первичных организаций партии «Единая Россия». Активисты работают во всех уголках губернии. Многие вопросы решают самостоятельно. В последнее время установлено 5 кондиционеров и 5 холодильников на средства совета первичных. То есть они собирают людей, они рассказывают о проблеме данной больницы или данного там учреждения какого-то. Давайте поможем. Это тоже их работа. Такой формат работы с активом партии станет традиционным. Собираться единороссы планируют раз в квартал. Впереди заседания, на которых обсудят вопросы сельского хозяйства, спорта, ЖКХ, молодежной политики. Алина Чемерис, Григорий Плешаков. События.